прямого эфира 847-400-5200. Набрав номер, не забудьте приглушить радиоприемник. Я еще раз напомню, что у нас в гостях гости из Канады, из Торонто, ясновидящая целительница Лилиана. И она дала согласие на то, чтобы пообщаться с нашими радиослушателями. Телефон в студии 847-400-5200. Если вы хотите позвонить и высказать скептицизм по поводу ясновидения и так далее, давайте лучше не будем тратить время. Если у вас есть обращение какое-то за помощью, пожалуйста, звоните. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли как-то защитить себя от подобных атак, ну, такие как порча, глаз? Защитить, то есть предупредить? Да, можно предупредить, но дело в том, что я вижу у вас еще один вопрос. Вы хотите поступить учиться и не знаете, какую специальность выбрать, но я вижу много денег, поэтому бухгалтер, экономист, это очень будет для вас хорошо. Как вы видите, много денег у меня или... Как? Вообще, ваша специальность будет экономист или бухгалтер, вы должны идти учиться. Хорошо, просто я сейчас как раз думала насчет того, что куда именно мне идти поступать. Вот поэтому я вам говорю, вам надо идти на финамист, на связано с деньгами, или это аккаунтинг, или банк, или финансовый работник, так что все будет хорошо, можете поступать. Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вы блондин, брюнет, блондинка, брюнетка? Я темненький. Ладно, попробуем с вами. Загадайте желание свое и попробуем вам предсказать. Окей, загадал. Молодцы, сейчас. Вы переживаете за перемену, за бизнес, за работу, за здоровье? А, все вместе. Да, я вижу. Немножко будут у вас переживания из-за женщины. Вот, надеюсь, что нет. А? Я говорю, надеюсь, что нет. Я знаю, что мои все клиенты хотят все слушать хорошее. Я иногда говорю, плохое не хотят слышать, но иногда же надо и плохое слышать. Правильно? Но что ты и предсказываешь. Да. У вас будет хорошая перемена в жизни, работа. Женщина немножко будет переживания, но жизнь наладится. У вас все будет хорошо, не переживайте. Ну, слава богу, спасибо большое. Пожалуйста. Ну, еще один звоночек, давайте примем. Давайте. Брюнет, блондин. Здравствуйте. Я была в молодости черненькая, а сейчас седая. У меня есть, что я загадала. Можете мне сказать? Спасибо Постараюсь. Волос был чернее, смолист стал седым. Угу. Вспомнил я слова из песни Александра Розенбаума. Полем, полем, полем. Вы переживаете за здоровье, за детей, за внуков? И вообще, вы такой человек, что вы по личной жизни, вы за себя много не переживаете. Вы переживаете, вы хорошая мама и бабушка. Ну все, будет хорошо или нет, как будет, вы скажете? Ну, конечно, будет хорошо. Да? Должно быть хорошо. Пока мы все верим в Бога, будет хорошо. Спасибо большое. Все, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Тогда, прежде чем попрощаться, давайте-ка еще раз назовем, каким образом наши радиослушатели смогут обратиться к вам за помощью, с теми проблемами, которые у них существуют. Во-первых, ваш веб-сайт. Да, мой веб-сайт liliana.com, Liliana. И скайп Лилиана Форчун. Если меня нет на линии, значит, напишите мне имейл, я с вами свяжусь. Спасибо огромное. Ну, а если кто-то не успел записать или не все понял, можете перезвонить к нам в редакцию по телефону 847-480-0023, и вам обязательно подскажут, каким образом связаться с ясновидящей и целительницей Лилианой, которая приехала к нам сегодня из Торонто, ответила на наши вопросы. И, пожалуйста, обращайтесь, у кого есть необходимость, у кого есть нужда, связывайтесь, получайте помощь. Лилиана, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время и приехали к нам в студию. Удачи вам. Вам тоже, всем удачи и здоровья. Привет с Торонто.